не назрела революционная ситуация, о которой писал Ленин в апрельских тезисах. Но к этому все идет. Это ужасная совершенно тенденция. И правительство, и Путин живут в каких-то шорах, по-моему, уже. И я с удовольствием повторю то, что я сказал еще на одном канале. Я был бы счастлив, чтобы это был последний срок Путина. Последний. А теперь я считаю, я говорил о том, что у нас слабое правительство. Невозможно смотреть на этих миллиардеров в погонах. Невозможно смотреть на этих, блин, футболистов, которые калечат людей. Это уже невозможно просто. Это кошмар какой-то. И ваши папа и мама, а я, наверное, ровесник ваших папы и мам, знаете, скажут, в 91-м году они не были, конечно, на баррикадах, но мы не за это голосовали. И мы не этого хотели, чтобы так с нами произошло, так произошло с нашей страной. И мы катимся, и катимся, и катимся. И уже невозможно никому ничего доказать о том, как у нас все хорошо. И добила нас всех пенсионная реформа.